Где Тадей его нажать? Всем добрый день, друзья! Я уже в Лидл сходила. В Лидл сходила в тот, который в городе, где я работаю, потому что там парковки всегда больше и, в общем-то, нет проблем с парковкой. Сейчас быстренько пробегусь, что я купила. По чеку вам расскажу, что почем. Хоккей с мячом. Короче, 3 килограмма картошки, 3,75. Там она. Так, 2 молока по 85 копеек. Мне вот это молоко очень нравится. Оно классное. Суависанте, рубль 69. Ополаскиватель для белья. Кстати, даже его не нюхала. Надо сейчас понюхать. Было много народу, и маску снимать. Вкусно пахнет, не хотелось. Вот, так, дальше. Манго 99 копеек. У нас сегодня в Лидле, сегодня, ну, на этих днях, там все азиатское, тайваньское, в общем, всякие продукты такие вкусняшные. И вот такой вот взяла манго в легком сиропе. 99 копеек всего стоит. В общем, фунчозу всегда беру. Фунчозы много не бывает. Вот, тем более она в Лидле недорогая, всего 45 копеек, по-моему, стоит. 49 копеек. Вот, это именно фунчоза. Всегда ее там беру. Ну, когда есть, у нее уже, наверное, столько. Вот, так, что еще? Ага, 2,69 это вот этот вот полотенце бумажные. 2,69. Масло рубль 32 штуки. Масло сливочное. Вроде неплохое, мне нравится, вот, без соли, есть соли, я без соли беру, бананы по рублю килограмм, я хочу кое-какой рецептик сделать уже на днях, так, филе де оренки, угу. Селедка, вот такая вот селедка, это вот соус, укропный соус. Вообще вкусная, знаете, я ее как делаю. Беру лавашик, кладу туда зелень, салата и сверху вот эту вот филешку селедки вместе с соусом. Вот так вот вкусно, правда-правда. Селедка у нас стоит рубль 99. Так, 95 копеек зубная паста. Я вообще не придаю значения зубной пасте. То есть как бы чистит она и чистит. Не, ну смотрю там, чтобы там налета не было, все дела, от кариеса. Ну так, чтобы прям вот задаваться, там марка, не марка. У меня нет такого. Так, 90. Яблоки взяла. Рубль 69. Что-то я вот на зеленые яблоки подсела. Хм. Как это, семеренко у нас, по-моему, назывались, да? А тут, не знаю, грани какие-то. Грани, рубль 69 килограмм. 2,79 вот такое вот средство для стирки. Не знаю, хороший, нехороший, суперконцентрат, все дела. Так, салат 99 копеек. Тут вот всякие разные, видите, салаты. Вот это и лавашик. И вот так вот вкусненько. Так, и что еще у меня тут? Тофу 69 копеек. Это для супа мисо. Вкусненько. И аху бланку. Рубль 19. Все. А, масета. Отдельно уже вот такой цветочек взяла. Блин, он так пахнет обалденно. Сейчас как раз время приходит ему. Вот так вот он розовенько будет. И вот они, когда распускаются, просто запах нереально. Знаете, мне прям ландышами напоминает. Ландыши, ландыш. О, бумага, кстати, прям уже совсем закончилась. Майского света привет. Ландыши, ландыши. Тряти татушечки. Вот такие вот у меня покупочки. Потому что думала вечером ехать, что-то неохота. Вечером опять прогуляюсь с Чарли, схожу на это. Ну, я же сегодня на работу поеду. Кстати, давайте понюхаю. Травками пахнет, муравками. Травушки, вы травушки.
деревца зеленые. А, еще не понюхал. Я ж любитель, я нюхач еще тот. Я все нюхаю. Ой, как вкусно пахнет. Ой, какой-то, знаете, как огуречная свежесть какая-то. И с порошком, блин. Ой, нюхала бы, нюхала. Почему потом белье так не пахнет, а? Ой, как пахнет вкусно. Чего только туда не кладешь, потом все равно не пахнет так вкусно. Но сегодня ночью был ветер. А у меня аж там эти висят. Так, давайте посмотрим мою мусаку. Что там за мусаки? То осталось всего, мне кажется... Ой. По времени еще нам немножечко. Ой, она уже прям совсем уже... Так, надо, значит, это убрать. Загорелая. Ветер был. Чарли уже наверху греется. Но сегодня нереально на улице тепло. Но это на улице. Еще ничего говорит, что у вас дома тепло. На улице классно. Ты загораешь, да, лежишь там? Горячий такой. А, не, нормально, ничего не улетело. Таз на месте. Потому что, вы знаете, у нас такие ураганы. Ну, вот видите, все там за это. Что тазы все улетают. В общем, здесь вот пришпандорили. О, даже пришпандоренный, он пытается улететь. Мы там его прилепили на шурупы, короче. Здесь все летает. Когда дождь, ветер, все летает. Снег кружится. И вот в основном у нас вот на крышах ни у кого ничего нету, потому что все просто улетает. Если только вот загораживать. Но опять вот так вот, как они загородили, так не годится. Потому что все равно все улетит. А загораживать нужно вот прям конкретно. Кому это надо? Никому не надо. Кому это? Ну, фу, как жарко тут. Король мой. Король мой. Ладно, буду убирать белье. И как раз еда моя сготовится. Моя мусака готова. Сейчас буду доставать. Посмотрим, что там в разрезе. И будем пробовать. Всем приятного аппетита, друзья. Вкуснятина. Лезу пешкарусом наверх. Точнее, уже залезла. Правда, у меня были сомнения, потому что в понедельник у меня нарисовывается работа, и мне нужно нести фен с собой. У меня есть дома фен, но он, знаете, нагревается и потом не работает. Вот. И не знаю. Фен нести надо. Ножницы-то у меня есть дома. Все, я забралась. Ох. То есть с этим феном потом переться по всему городу. Ну ладно. Что теперь делать? Попу-то надо растрясать. Так что вот так. Дома мерзла. А сейчас прям запарилась даже. Иди сюда. Ох. Дымком пахнет. Копченостями. Белье коптит кто-то. Вот, смотрите, едет как иностранцы. О, ветер какой-то дует. Как она вся загорела. Они любят иностранцы приехать и загорать до шоколадного цвета. Смотрите, как день большой стал. Я сегодня по другой тропинке иду. Я раньше выходила, темнотища была, а сейчас уже светло. Смотрите, вот это вот цветок, вот это вот рождественская звезда. О, как вымахал. Так что, все. Кстати, на улице так хорошо. Тепло. А, мы тут как-то с моей подружкой испанской гуляли, прогуливались. Тоже вниз сошли вот этими тропами. Вот это был раньше Центр де Салют. Центр де Салют, это
Поликлиника. Вот, представляете? Раньше поликлиника была. Как тут тихо. Если бы слезы твои были водой. Ну все, короче, пошли мы. Короче, решила не брать я фен. С дома понесу, неохота мне с ним переться. С этим феном туда-сюда. Вот. Так что вот так. Любая работа хороша. В понедельник тоже поработаю. Ну вот там у нас в городе. Ой. Дела там. Правда, расчески взяла. Ножницы у меня дома тоже есть. Короче, пока дошла, солнце уже село. Осталось только вот такой красивый закат. Прям буквально за 2 минуты. Смотрите, как чайки там летают. Наверное, кого-то жрут. Никак иначе. Так много их. Вообще на пляже очень много народу. Смотрите. Это как, знаете, мне что напоминает? Перед смертью не надышишься. Это к тому, что нас же закрыть типа хотели. И вот все приехали, думая, что нас закроют. Кстати, я вам сейчас домой приду и расскажу, какие у нас меры предпринимают. А пока идем гулять. С пользой. Пока я тут стояла, чтобы машина проехала, потому что видите, как мы обходим эту лужу. И вот так, пока мы ждали, Чарли тут решил пожрать, не отходя, как говорится, от кассы. Вкусно? Как бы отсюда слезть и не мандыкнуться. Я боюсь, что тут... Ой, мадре мия. Ладно. Тут лужи какие-то непонятные. В общем, у нас... Я не говорю за всю Испанию, потому что в Испании настолько разные меры проводятся во всей Испании. Тут может быть даже в соседнем городке все совсем не так, как, например, у нас. Но на данный момент, вот говорю за Андалусию, это вот регион такой в Испании, да? Регион там как-то, ну да. И то Малага и Гранада, вот соседние, Альмерия, да? Все совсем по-разному. Даже вот говорю в деревне соседней, там, например, строгий карантин. В общем, такое, как здесь говорят, Лио, путаница. Есть специальное приложение, в которое заходишь и смотришь, что там у тебя в городе. На данный момент у нас особых таких изменений как бы нету. Потому что здесь смотрят, как это сказать-то, что было, если больше 500, зараженных больше 500 человек на 100 тысяч населения, то там одни меры. Если меньше этого инциденция, то другие меры. У нас сейчас как бы все более-менее меньше. И поэтому единственное, что вот с завтрашнего дня уже бары, рестораны, магазины, которые не едовые, в которые еда продается, закрываются все в 6 часов вечера. До 6 только работают. После 6 можно купить только продукты, аптеки и все такое. Вот. Также что еще? Все провинции закрыты. То есть мы в провинции Гранада можем ездить куда хотим в деревне, но, конечно, за исключением те деревни, в которых больше 500 зараженных на 100 тысяч населения. Вот. Например, в провинцию Малага, которая находится буквально в 30 километрах от нас, я уже не могу поехать. А в Гранаду, которая находится в 100 километрах от нас, могу. Вот. В принципе, для меня никаких особых таких изменений нету. Но все это будет рассматриваться ежедневно. И могут ввести другие меры. Буквально, если будет скачок какой-то, то даже завтра может все измениться. В общем, вот так вот. Но у нас в этот раз у нас как бы идет уже третья волна. Знаете, очень интересно, какой-то там был ролик или это, типа, вот ученые, откуда они знают, что весной будет третья волна, там, типа, ля-ля-то-поля. Нет, не знают, потому что третья волна пришла зимой. Вернулся, Айта. Вчера не привык прыгать вот так.
Пришла зимой третья волна, причем такая, знаете, самая мощная, самая зараженная. В общем, мы уже побили все рекорды во время этой всего этого. Вот у нас 40 тысяч зараженных за вчерашний день. Представляете, такого сроду не было. Там как-то опять считают 40 тысяч, а в 24 часа было вот столько-то. В общем, непонятно, как это все считается. Вот, поэтому лучше, как говорится, не вдаваться в подробности, а просто посмотреть. В общем, вот так. Продолжаем работать, продолжаем жить, как и жили. Вот, и ждать, когда все это закончится. Единственное, что вот радует, что у нас в воскресенье начинают уже вторую прививку ставить нашим вот тем, кто в домах престарелых. То есть уже прошел 21 день с начала вакцинации, скажем так. Так что и на данный момент в Испанию поступают две прививки. Одна, правда, на 2 недели что-то там замораживает свою подачу для того, чтобы сделать ее производство, увеличить в несколько раз. В общем, какая-то такая фигня происходит. В общем, короче, никаких особых изменений у нас нету, кроме того, что зараженные идут вверх, вверх и вверх. Вот. А так прорвемся, друзья. Так, немножко вам-то поболтала, что у нас тут происходит. Пишите в комментариях, что у вас происходит вообще. Тоже так же после праздников вообще труба или все спокойно? Чарли Беняки. Давай, тут дорога уже. Мой ужин. Хоть вспомнила, что яблоки купила. Тут апельсин какой-то, половина сухой. Начинается опять война у тебя, что ли? Опять война с этими баклажками? Какой-то полусухой, а потом он нормальный. Сочный. В общем, все, друзья. Пошла я отдыхать. Вот, и вы отдыхайте. Встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.